И я не помню, как я туда попал. Вроде бы хотел что-то снять, вроде бы хотел это разместить, чтобы увидели другие. Смотрел, изучал. А потом случилось. Я увидел, что людей интересует, как другие люди играют, как другие люди валяются в грязи и стирают свои конечности до крови на мостовой. Я видел, как людей интересуют чужие домашние животные, которые ничего не делают, кроме как просто существуют перед камерой. Я видел город машинок. Город машинок. Взрослые люди, которые просто играют в игрушки и говорят, что это будет укреплять сознание маленьких людей, которых мы называем дети. Я видел плохо нарисованный мультик в городе машинок. Мультик, нарисованный в Пейнте. И машинка из Африки едет в Южную Америку. Она едет в Южную Америку. Машинка из Африки едет по океану в Южную Америку. И это должно укреплять сознание маленьких людей, которых мы называем дети. Я видел город машинок. Я видел то, что называют летсплеями. Я видел людей, которые валяются в грязи. Я видел чужих домашних животных, которые ничего не делают, кроме как существуют на камеру. И это интересно людям, так же, как и город машинок. Как я сюда попал? Как мы до этого дошли? Где мы? Город машинок. Мы все в городе машинок. В городе машинок.